Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, Кузя, Моровинд, и, в общем-то, век, в котором я закончила свои приготовления, скажем так, к нашему путешествию. Все-таки взяла я копье горькой милости, мы, я думаю, некоторое время повоюем с ним, потому что этот полумесяц, он немножечко меня достал. Он, конечно, замечательный, значит, я, правда, от него устала, поэтому будем бегать с копьем, и чтобы... просто не париться, потому что, как вы помните, копье, сейчас я даже наглядно продемонстрирую, то есть либо вперед постоянно передвигаться, либо назад, то есть на месте он, к сожалению, вот так вот делает, это вообще идиотизм, и просто чтобы не мучить кнопки на клавиатуре, мы всегда поставим лучший удар, то есть чтобы он всегда вот так делал, потому что будем считать, что это опция управления кузиными мозгами, потому что логично, что надо вот так вот делать, для этого же не обязательно бегать, правильно? Вот, поэтому мы облегчим себе немножечко в этом плане задачу. Сбросила я все ненужное, всякие вот эти шлема, они, конечно, все замечательно, вот это все меховое, но я это делала больше, чтобы было. Потому что я хотела иметь в комплекте у себя меховую броню, чтобы потом на полочку положить, когда все наши злоключения закончатся, или когда нам дом доделают. Поэтому все, что мы наделали, мы пока что оставили тут. Единственное, что я оставила шлем, он, я думаю, мне еще пригодится. Ну и, в общем-то, кираску дракона. Кстати, очень любопытно то, что вот кирас в шкуре спасителя... Как это? Раз-два. Шкура с жопой спасителя, она почему-то лучше у нас, для нас, да, по защите, чем вот эта штука. Я не знаю, почему так. А хотя нет, не лучше, странно. А почему мне до этого... Я как помню, я одевала, и было хуже. Я еще удивилась, думаю, чё? Хотя, возможно, я просто устала морально, физически, и перепутала циферки. Такое тоже может быть. Может быть, дело в чем-то другом. Ну-ка, сейчас 130. Потому что... Нет, смотри, наверное, я перепутала. Бывает, нормально, все хорошо. Показалось. Ну, естественно, этот шлем, потому что он крепче, и он... выносливость мне повышает, вот еще вот так вот у меня все. Вот такая вот я крутая, такая удача, 74. Вот, в общем, сейчас я думаю, на самом деле, прежде чем ломиться куда-либо по заданиям, раз уж мы, в принципе, не так далеко. Это точно. Смотрите, с начала игры они уже на лестницу вышли. Это вот такой момент интересный, всегда забавляло это в Моровинде. В общем, пока мы не двинули никуда вообще, раз уж мы сейчас все равно пойдем в Вальдрун и должны будем в пеструю бабочку в этот форт идти. Добро пожаловать, друг! Не хотите немного... Мы сейчас с вами по-быренькому, очень по-быренькому сбегаем либо до дома, да и пока не родила. Либо до дома, либо, точнее, до Бал-Исра, либо вот в Вальдрун, что там мне нужно с кем поговорить, потому что, как вы помните, первая стадия нашей крепости завершена, строительство. Вот. И чё? Это мне к кому? Это мне туда? Гилгеладук? Нильса Гинду, или как там её? Гилгелад, если кто-то не понимает, это из Средиземья, короче, Властелин колец, вот это все. Оп. Добро пожаловать, мне кажется, я... Блин, я вот ненавижу попадать на эти штуки, я застреваю всегда. Так, а куда я иду? Ты не туда я иду. По привычке к Сарате пошла. Я привыкла, что он всегда мои проблемы решает. Все. Оставайся, стой, сейчас, твой. Просто до сюда по-любому идти быстрее, чем до этой самой Дабал Исра, поэтому... Опа! Поэтому сперва сюда. Так, крепость. Фундамент вашей крепости завершен. Если хотите построить следующую ступень, вы должны нанять стражников для охраны. Хочу нанять стражников. Да, поговорите с Перициусом, Мерициусом, с Перициус, Мерициус, Перчик, Мерчик из местной гильдии бойцов. Они обычно знают хороших хридарнских бойцов, которые хорошо. Угу. Пусть. Да, пусть. Пусть все будет как мне надо. Хорошо, пока мы тут, заодно и этот вопрос решим. Чё, нет, надо же как-то решать вопрос, потом еще переезд осуществлять. Это вообще все шмотки придется перетаскивать. Ужас, кошмар. Хотя, мне кажется, в этом смысла нет. Я, наверное, этого делать не буду. Потому что, ну, как бы, зачем? Каждый раз за какой-то шмоткой идти в Бал-Исру, это глупо. А так я постоянно телепорт
ты делай уже туда-сюда. Так, хоба, гильдия магов тут, гильдия магов там. Там вещи, тут вещи. Все под рукой. Так, ой. Что-то я попрыгала. Хорошо. Так, Мерисус, Мерисус. Вы хотите получить распоряжение? Нет, я не хочу получать распоряжение, я хочу другое. Ваш талант... А, точно, это повышение имелось в виду. Нанять стражу хочу. Я не знаю, я знаю несколько человек, которые отлично подходят для вашей крепости. Я даже рекомендую их вам бесплатно. Но сперва вы должны вытащить из тюрьмы мою подругу, Фрелин Аквис. Ее держат в тюрьме под поселением Хлаалу. Вивеки, найдите способ выманить, вытащить ее и возвращать. Это... Как я ненавижу, когда вот такое происходит. Вот просто ненавижу. Хлалу Вивеки. Взятку дать. Что, ты не умеешь, что ли, без меня этого не можешь сделать? Блин. Перицус, Мерисус. Большая честь для меня, говори. Прошу тебя. Нет, знаете что, пойдемте сперва, раз мы тут, и потом как-нибудь в Хлалу сходим. Я не попрошу сейчас. Мне вот туда, мне в пеструю бабочку. Ничего не знаю. Пошли все в пень. Ну их нафиг вообще. Ну эта дура все еще стоит. Эу. Скоро еще с корпусом бегать будем. Здесь шкурка не слезет с нас, а потом лишай замучай. Так, как там женщинку зовут, с которой мне нужно поговорить? Раэса, блин. А не Риаса. Привет. О чем поговорим? О, привет. Я Раэса Пули, защитник легиона из гарнизона форта Пестры Бабочки. Ла-ла-ла. Кай сказал, что вы способны разобраться с базой шестого дома у Гнармок. Ну, типа того. Вернулся лишь один патрульный. Он вскоре умер, сильно обезображенный корпусом и совершенно безумный. В бреду он говорил о пещере на берегу. Он называет ее Илуниби. Ее нет на наших картах. Попробуй расспросить местных в Гнармок. Они сразились со служителями культа и безобразными человека-зверьми. Я думаю, чудовищами корпуса. Они бежали от нападавших и заблудились в пещерах. Потом они встретили... получеловека по имени Дагд Гаррес. Этот Дагд Гаррес перебил остатки патруля, но оставил живых одного бойца. Он сказал патрульному, что его специально пощадили, и теперь он должен передать остальным, что спящий просыпается. Привет из готики. И шестой дом поднялся, и Дагд Ур — бог, а я его священник, и все будут едины с ним во плоти. Патрульный очнулся снаружи пещеры и вернулся сюда. Он был неузнаваем и не реагировал на наши вопросы, просто продолжал бессвязно бормотать, пока не умер. Гнармок. Гнармок — это рыбацкая деревня на острове на Горьком берегу, к западу от Кальдеры и Альдруна. Вот, я отмечу ее на карте. Из Альдруна в Нармок нет дороги. Это путешествие будет нелегким. Да мы там были уже. Наши патрули обычно идут по дороге в Балмор, у указателя гнись из Балмора Альдрун, где нужно повернуть на юг, а затем на запад по дороге в коттедж Друлинфален. Затем сверните с дороги и идите на запад к побережью. Указателем вам будет служить древняя крепость Данмеров Вандасред. Когда дойдете до берега, поверните на юг. Идите вдоль ла-ла-ла-ла-ла. Она все объясняла и объясняла. Илуниби. Именно так мертвый солдат назвал морские пещеры, где он обнаружил базу шестого дома. Ее нет на наших картах, и никто здесь о ней не слышал. Может быть, местные жители ла-ла-ла-ла скажут вам да-да-да. Болезнь корпус. Я раньше слышала о болезни корпус, но никогда не видела. Плоть патрульного распухла и была покрыта наростами. Его кости перекрутились и потеряли форму. Он говорил сам с собой, как во сне. Мы сначала не узнали его, только по одежде и доспехам. Капеллан форта потребовал заклятия и снадобья, но не вылечил болезнь. Пробовал, господи. Он умер вскоре после того, как мы дошли до форта. Не думала, что корпус так быстро убивает. Это, конечно, совсем некрасиво. Ну, в плане того, что болезнь уродует. Войска были потрясены. Честно говоря, я и сама немного обеспокоена. Хорошо, пойдемте в Гнармок. Собственно, вот.
Добрый день. Что я могу для вас сделать? Ничего. И, кстати, помните, я говорила про левитацию, которая быстрая такая, и при этом это не прыжок. Короче, это была... Я нашла ее. Она у меня была здесь где-то. Воздушная нога. Вот. Отличное заклинание. Мало того, что невидимость, то есть ты по небу просто летишь. А еще и невидимо, на тебя никто не нападает. Вообще офигенная штука. Жалко, ее нельзя в заклятие оформить. До свидания. Привет, иди сюда. Слушайте, мне нравится это копье. Особенно в совокупности с лучшим ударом, чтобы вот это вот каждый раз не делать вот телодвижениями. Потому что это просто неудобно. И это глупо как-то. У нас, кстати, где-то тут преступник Фьёдль должен быть. Где он? Нападает... А, на путников около Хлаут. Где у нас тут Хлаут? Хлаут-то у нас тут. Явно мы там будем не скоро. Возможно, имеет смысл после Гнармок туда залететь. Точнее, заплыть на лодочке. А потом уже побродить по окрестностям. Привет! Пока! И, кстати, да, я купила для этих уршалаковцев корень травмы. Мне бы еще, конечно, не помешало яйцо квама, но что-то как-то у алхимиков я его не нашла. Бегать по всем алхимикам мне что-то было лениво. Поэтому, возможно, мы сейчас придем в Гнармок, там у кого-нибудь купим, я не туда иду. Там-то всякое наверняка будет. Они меня не заметили. Фиги. Слушайте, классно. Давайте с копьем ходить. Мне вообще нравится. Удобненько. Хренак и все. И нету. К тому же оно, кстати, сильнее, чем полумесяц. Хотя полумесяц стоит дороже. Это вообще нелогично, на мой взгляд. Ну, то есть, смотрите, может быть, он, конечно, дороже, потому что эффекты. Здесь 130 отражения, в общем, 20-30% на 30 секунд, и вызов грозового атрана, который мне вообще нафиг не нужен. 15-60 атака, а здесь атака самая высокая 20-50, ну и 15-40 здесь еще. Но здесь уничтожаются доспехи и паралич, может быть, поэтому дороже, потому что как бы иных объяснений я не вижу. То есть заклятия покрывают меньший вред, наносимый обычными физическими атаками. Ой. Ты меня заметишь? Нет? Ну ладно. Вот я сейчас пойду, он меня увидит. Нет. Ну ладно. Нет, пойдемте по дорожке. Не хочу ни с кем ссориться. Я не могу говорить что-либо, когда играет эта музыка, уж простите меня. Я хочу слушать и наслаждаться. О, мостик. Здрасте. До свидания. Здрасте, господа. Эльф. Я Ангела. Она... Англалос. Я никогда с вами раньше не встречался. Стало быть, вы в первый раз в Гнармок. Но вообще-то нет. Разрешите дать вам маленький совет. Мы тут к гостям не привыкли и не делаем вид, что привыкли. Так что не удивляйтесь, если люди не станут отвечать на ваши вопросы. Но вы, видать, правильного сорта. Так что если ищете кого-нибудь конкретного или место, или вам нужна услуга, валяйте, спрашивайте. Какой совет дашь? Если оказался на незнакомой территории, которая может оказаться небезопасной, замедли ход, оглянись и будь наготове. Так, слушай, друг, расскажи-ка мне, где у вас тут может быть в окрестностях пещера под названием Илуниби? Так называются старые морские пещеры, располагающиеся на северном конце острова, прямо на вершине утеса Хартак. Не советую рыскать там. Это очень удобное место для контрабандистов. Они не любят незваных гостей. Так, утес Хартак, можно поподробнее? Да, это на западном побережье, но не так далеко отсюда. Это огромный валун, который из орков
Некоторые из орков считают его межевым знаком. И не, я не знаю почему. То один, то другой орк прыгает оттуда на удачу. Ничего хорошего из этого не выходит. Так, к северу. На северном конце острова. Вот тут, что ли, где-то? А, вот же, господи. Мы же его уже открыли. О, какая прелесть. Так вообще без проблем. Только где тут таверна? Может, отдохнуть где-нибудь? Это здесь вот эти психи, да? Нет. Здрасте. Можно у вас поспать, нет? Тебе конец. Чё-то нервные какие-то тут все. Подумаешь, попробовала поспать. Чё так психовать-то? Глалос. Это, кстати, с этой лачугой какое-то задание связано. Насколько я помню. А если я у тебя попробую поспать, ты тоже на меня нападешь? Нет? Те какие-то нервные, они вообще какие-то нездоровые. Может быть, они на меня и напали бы с самого начала, я не знаю. Какие-то полоумные, короче. Нормально, вот на меня нападают, на них нет. Чё, привыкли, что ли, к ним уже? Конечно! Что я могу для вас сделать? Не знаю, я хочу поспать где-нибудь, меня никто не пускает. Таверна у вас, я смотрю, нет. Тебе нужны ответы. Может быть. А ты что скажешь? Ничего нового. Понятно. Придется пешарить в ночи, что делать. Может, конечно, где-нибудь тут примаститься, найти вот тут. Где мы только не спали, в конце концов? Что-то разбудил. Кошмар. Вот тебе 9 утра. Вот он, неч, где мы этого Райна завалили. Медвежьего. Который нифига не он. Ну идем, чё? Чё нам еще остается? Иди сюда. Не попадаю что-то. Окосила, видать. С утра не приняла стакан воды. Зарядку не сделала, и вот. Иди сюда. До свидания. Так, утёс мы нашли. Это вот этот, что ли, валун? Или вот этот? Скорее всего, этот, да? Ну-ка, сейчас включаем карту. И Луниби. Вот тебе, пожалуйста. Отстань от меня. Остов святого. Остов. А, помните, мы сюда заходили, кстати. Я еще сказала, о, какая-то пещера квестовая. И свалила. Или не говорила, но сказала, что это какая-то важная пещера. Что-то такое я, короче, говорила. Это я помню. И поэтому я сюда еще в тот раз не стала идти. А теперь пойду. Так, Гаррес. Да год, Гаррес. То смотрите, даже на два раза хватает. Бум. Так, я чувствую, нам туда. И это перемещаловка, да? Да. Поэтому предлагаю сперва исследовать этот этаж, скажем так, этот уровень пещеры. Так, что тут? Мертвый авантюрист. Был и нет его. Показалось. Господи. Как всегда, по колено в дерьме. Падай уже. Так, и тут. А, смотри, здесь разные. Куда идти? Ну, давай сперва сюда, раз все равно не важно. Туда и туда перемещаловка работает. Здрасте, вы что-то делаете, мадам? Это, видимо, просто какая-то... Как сказать? Ну, не та, скажем так, зона пещеры, которая мне будет нужна, потому что там прям красненьким было подсвечено. То есть иди сюда, как бы. Тут ничего такого я не вижу. Относительно мирные пещеры. Там еще какая-то дверь.
Да сейчас ты мне еще попади, попробуй туда. А? Не надо так делать. Да падай ты, господи, что тебе попасть-то надо. Ловкий какой, уворачивается. Уилли. Вы нашли на кого нападать? Вы голые, с ковыряльниками, с какими-то совершенно бесполезными. А у меня копье горькой милости, шкура с жопой спасителя и отвага. Двакинская. Сколько дверей-то, господи. Это куда ведет? А, пятнистый тростник. Это туда же. А это куда? Черное сердце. Ничего-то не хочу я. Так, понятно. То есть такие связанные пещеры. Сейчас так-то в тростник в этот сходим. Посмотрим, что там. А потом, я так понимаю, нужно будет идти... Ой, блин, я не в туда. Не в туда. Сперва в тростник. Где он? Вот он. Я не хочу что-то в черное сердце идти, потому что что-то мне подсказывает, что нам туда и надо. Отдыхай. Ох, как... Так, ты мне опять там характеристики снимаешь? Даже не думай. Силу воли, что ли, сняли? Не могу понять. Еще проверим. Не. Казалось. Что там человек лежит? Паранойя, она такая. Тре-тре-тре. Тихо. Так светло, что ничего не видно. Так, это вот эта дверь, да, была? Которую мы зашли, и там... Не? Ну да, вот она красная. Он бежит ко мне, травит меня, и он умрет за это. Ой, нифига не вижу, слушайте. Ты не оборотень, не надо рычать как оборотень. Пошел он. Мяу. Ага, вот теперь снял все-таки паразит. Восстановите мне, пожалуйста, силу воли, пожалуйста. Где она там была? Нет, не то. Да где оно? Было же. Два штука же было. Или меня глючит? Печаль вообще. Было же два вроде. Или я с чем-то спутала, даже когда брала. Подожди. Это вообще силу воли приняла. Я, наверное, у меня, наверное, вообще не было на силу воли. Я что-то другое, видимо, выпила, да? Открыли до конца. Все. Идем, черный сердце. Опа. Ну-ка, подожди. Сейчас я дозапрыгаю. Подожди. Давай. О. Привет. Хорошо. Классно иметь ловкость запредельную. Силу это, конечно, сняли.
Не скажу, что меня это радует. Что-то я, по-моему, зря тут наяриваю. Можно было проще все сделать. Ладно уж, как пошло. Сейчас допрыгаем. Все нормально. Где-то черное сердце. Вот черное сердце. Да, конечно, с этим кольцом атмосферка немножечко теряется, то, что становится светлее. Наверное, все-таки имеет смысл синять это кольцо, как ни крути. Я слышу тебя. Даже немножко вижу. Да блин, хватит ходить. Ну? Ты издеваешься? Аллилуйя, я попала. Мало того, что не видно нифига. Ты еще хрен попадешь? Сейчас давайте откроем поворот. Здрасте. Не надо так летать, я в вас не могу попасть. Так, здесь ничего вообще. Мне от этой темноты, если честно, когда я пытаюсь рассмотреть что-то, мне глаза начинают щипать вообще по-страшному. Я ослепну над этим муравейником, честное слово. Тьфу, как говорится. Так, хорошо. До свидания. Оп, смотри, оп, умерла. Какая досада. Ой, господи. Я что, в снаряд, что ли? Я попадаю, смотри, в заклинание. Офигеть, я не знал, что так можно. Не хочу с ним, блин. А, не то. Надо, кстати, переставить копье горькой милости на единицу. Стоит по умолчанию этот самый. Но это потом сделаю. Хотя я не помню, есть ли у меня что-то на единице на карте захвата. Вроде нет, но вдруг. Хрип души. Отличное название. Чудище. А вот и корпус. Мы сейчас заразимся. И, блин, опять этот полумесяц. А, ну у меня же, кстати, на нем тоже стоит сейчас лучший удар. Может, кстати, реально оставим, чтобы жить было проще, просто чтобы не убивать клавиатуру вот этими вот перемещениями в бок во время использования полумесяца и взад вперед во время использования копья, потому что это просто бесит. Это не добавляет сложности, это просто бесит. Знаете, правда, мы достаточно побегали с отключенной опцией лучшего удара, сейчас можно с ней побегать. Просто чтобы не заморачиваться и опять же не уничтожать клавиатуру. Хватит орать на меня. Что у вас тут? Ничего у вас тут. Вот там вот Гаррес нас сейчас встретит. Шестой дом приветствует тебя, лорд Неревар. Или Кузя, как ты там сам себя называешь. Я известен как Дагод Гаррес, священник храма Илуниби и главный над слугами шестого дома. Мой господин Дагод Ур известил меня о твоем приходе. Я надеюсь, что в этот раз ты пришел сохранить дружбу твоего господина. Что значит сохранить? Лорд Дагод передал мне эти слова, чтобы я сказал их тебе, так что ты сможешь их обдумать. К
Когда-то мы были друзьями и братьями, лорд Нервар, в мире и в войне. И под Красной горой ты нанес мне удар, хотя я охранял сокровища, которые ты просил меня охранять. Но памятуя о нашей старой дружбе, я прошу тебя, и ты будешь близок ко мне и у меня на службе. Мой лорд... Прощу тебя. Мой лорд Дагот приглашает тебя прийти к Красной горе. Ради дружбы и славы, которые вы когда-то делили, он наградит тебя силой и сделает тебя своим советником, если ты захочешь возродить эту дружбу. Я не твой лорд Дагот, хотя я бы тоже сказал тебе. Придешь ли ты с оружием, чтобы сокрушить меня, или уберешь ты оружие, чтобы присоединиться ко мне? Дагатур, пробудившийся лорд шестого дома, чьей целью является свержение ложных богов, избавление земли от чужеземцев и восстановление древней славы Моровинда. Он призывает вас к Красной горе. Во имя вашей былой дружбы он даст вам власть и наставление, если вы поклянетесь своей верности ему. Путь к Красной горе не близкий и очень опасный, но если вы того достойны, вы обретете там мудрость верного друга и слугу, которая будет вам нужна, чтобы изменить весь мир, я так подозреваю. Храм Илуниби – небольшое тихое пристанище для слуг шестого дома, где они размышляют о жизни и набираются мудрости в соответствии с волей лорда Дагота. Здесь мы разделяем таинство плоти и крови. Этот и еще один храм скрыт от любопытных глаз, но другие, более великие храмы шестого дома находятся у подножия Красной горы, в цитаделях нашего лорда и его близких. Шестой дом. Шестой дом не погиб, он только спал. Теперь он просыпается после долгого сна и вместе со своим повелителем Дагат-Уром выступает вперед, чтобы освободить Моровинд от чужеземных правителей и ложных богов. Когда земля будет очищена от неверных друзей и жадных воров, дети Велота снова вырастят в цветущий сад в этой засыпанной пеплом пустыне. Дружба лорда, говоришь? Была. Слуги шестого дома. Просим простить нас за столь невежливое приветствие. До тех пор, пока вы не представитесь, мы должны считать вас своим врагом. Спящие и грязящие только недавно прибыли к лорду Даготу и еще не благословлены его силой. Но как дети его плоти, они читают глубоко в сердце его тайн. Их тела наполняются его славой и плодоносят таинствами праздников нашего лорда. А мы лишь самые ничтожные из его слуг, так как поэты праха, поднявшиеся... Спящие и пепельные вампиры находятся намного выше нас в благодати лорда. Так, ты на меня не нападешь, я так понимаю. Нет, нападешь. То есть... Уже на пороге смерти Дагатгарас улыбается и проклинает вас. И именно так, как желает мой повелитель. Ты придешь к нему, его плотью и в его плоти. Так, и меня заразили корпусом. Я убил Дагатгараса по приказу мастера-шпиона, но на последнем издыхании Дагатгарас наложил на меня проклятие, и теперь у меня корпус. Он сказал, что я приду к Дагат-Уру во плоти и его плотью. Я чувствую себя как обычно, но на лице у меня, несомненно, следы болезни. Мне нужно вернуться и доложить мастеру-шпиону о базе шестого дома. Надеюсь, он знает какой-нибудь способ излечить болезнь корпус. Так, можно на свою рожу посмотреть? Ну, пока что не наблюдается. Может быть, у нас гной в ушах. Знаете, как у животных это бывает частенько. Если не чистить им ухи. Они расчесывают это, потому что у них начинает там что-то скапать. Короче, неважно. Кто, у кого были животные, тот понял, о чем я. У кого не было, вам лучше не знать, потому что это ужасно. Особенно, когда начинаешь им чистить их уши. Это такая вонища стоит. Ой, кошмар. Они еще не даются. Ой, мрак. Что тут? Тупичокс. Кёрпус. Чё он снял с меня? Кёрпус. Скорость и привлекательность. Ну, это логично. Так, ну я могу обратно, на самом деле, телепортироваться. Я у него все поспрашивала. Сейчас мы сделаем следующим образом. Я сделаю возврат. Вернусь к этим самым. Куршалаку. Удачного пути! Да я уже оттуда. Тихо. А, кстати, ты мне что-нибудь скажешь про корпус? Да? Да? У тебя корпус, чужеземец. Это смертельный приговор. Смертный. Его невозможно вылечить. Держись подальше от меня. Чем дальше, тем лучше. Так второе же испытание про корпус. Хорошо.
Задумайся, женщина. Так, ой, они, наверное, не скажут. Хотя нет, смотри, кому там нужны были... Под этим солнцем и этими небесами мы тепло тебя приветствуем. Спасибо. Ты там хотела листик, продуманный подарок-то, листик? А, ты хочешь преподнести мне корень травмы? Ну, спасибо, иноземец, это очень... Добро с твоей стороны. Но так уж случилось, что у меня сейчас много таких корней. Ты недавно, буквально меньше суток назад, говорила, что у тебя их нету. Спасибо за добрый мысль, но лучше оставь этот подарок себе. Ты нормальная, а ты? А может, потому что я корпусом больна, они не хотят брать? Но это логично. Так, где твой продуманный подарок? Я не вижу в упор... А, вот. Но они, наверное, не хотят брать, потому что корпус, да? Так, вот с вами я тоже помню, что-то связано. С вами со всеми тут что-то связано. Так, мы делаем возврат. Возврат. Сейчас летим в Гнисис и оттуда... Кстати, сейчас помолимся. Не, нифига не помолимся. Это в Альдроне надо делать. Тут это маска. Как ни крути... Мой Силд. Силд мой хороший. Альдрун, пожалуйста. Спасибо. Пойдемте помолимся. От корпуса мы, конечно, не излечимся, но я хочу восстановить характеристики, вот, которые хотя бы тот самый сила воли. Ну, то, что там нас сняли эти все приспешники Дагат Ура. Давай скорее, Хаджи. Я сейчас в рожу тебе плюну. Корпусом заразишься. Говорите, что хотели, и уходите. Видимо, меня не очень любят, потому что я это самое... Немножко корпус ходячий. Вы заражены моровой болезнью. Я целитель. В числе прочего, я продаю зелья от всех моровых поветрий. Вы также можете получить благословение излечения. Посетив святыню храма и сделав пожертвование. Есть такие услуги. Благословление стоит меньше, чем зелье. Но зелье можно носить с собой. Что у тебя, кстати, за заклинание? Отражение. Берем. Нам теперь не нужны будут эти лекарства. Вот, кстати... Восстановить его. Это имеется в виду... Вот когда с меня сняли характеристику, да? Какую-то часть... Поменьшили. Уменьшили. Я буду несколько раз кастовать, и мне будет восстанавливаться. Я так понимаю? Возьмем. Потому что сила — это святое. Все остальное — это как бы не важно. Мы еще добежать успеем. А вот силу, если у меня уберут, то мне придется все шмотки выкладывать. А вдруг мне это сделают со мной где-нибудь, не знаю, в плохом месте, где неудобно телепортироваться. Целитель. Ну, мало как-то это. Ладно, хватит. У меня там на лице-то что-нибудь появилось интересное? Да нет, только губы порозовели. Жар, видать, у меня. И да, я знаю, что текстурка не поменялась. Я это так сказала, для атмосферы. А то бывают люди, которые слишком буквально воспринимают мои слова. Вот прям серьезно, вот прям... Думаешь, на велой палы? Ну, чувак, прояви фантазию. Потому что в таких играх фантазия без нее вообще никуда. Так, нет, подожди. Пойдем. Точнее, я пойду, а ты стой. Я хочу в Балмору. Сейчас меня нибудь пошлют к Девайту Фиру. Может быть, сперва в храм еще отправят к Мехрамилу. Эм. Ну, думаю, сперва в корпусарию у меня как больного. Типа, иди и жди, пока мы найдем лекарство. Там. Нефиг ходить по миру с корпусом. С радостью поговорю с вами. Да что ж ты так близко стоишь? Вы здесь, чтобы... Да, я здесь, чтобы обсудить распоряжение. Короче, я там был, я мед, пиво пил, там все плохо.
Теперь, когда Дагд Гаррес мертв, святыня шестого дома больше не представляет угрозы. Ты более чем заслужил продвижение до ранга путника. Ой, мне это так сейчас важно, вот правда, серьезно. Вот прям, как же я без этого жила бы. Я очень обеспокоен тем, что ты заболел корпусом, но по этому поводу у меня есть хорошие новости. Это какие? Я тут спросил своих шпионов, как лучше вылечиться, если ты вдруг подхватываешь какую-нибудь дрянь во время выполнения задания. Быстрый Эдди сказал, что лучший шанс вылечиться... Дивайтфир, о котором я вам уже говорила, древний волшебник Телвани, который приходит в корпусариуме, приглядывает, может быть, в корпусариуме за жертвами болезни. Вот, возьми этот двемерский артефакт и 1000 дрейков и отправляйся в Тельфир. Девайтуфиру понравится двемерский артефакт. Этот подарок может немного смягчить его позицию. Да слушай, он уже вообще лоялен ко мне настолько, насколько это возможно. Я ограбил его сокровищницу, и он остался вообще этим фактом очень доволен. И золото, разумеется, на представительские расходы. И вот тебе парочка зелий левитации. В башнях Телвани они тебе пригодятся, потому что волшебники не пользуются лестницами. Так что шевелись и вылечись от этого мора, а потом быстро возвращайся обратно. Я думаю, что знаю, как достать утраченные пророчества, которое просило небо не месса. Хорошо. А вылечиться от мора предлагаешь? У тебя болезнь корпуса. Это редкая болезнь, которая обычно сводит жертву с ума и вызывает ужасные бесформенные наросты на теле. Я о ней знаю немного. Я проверю свои источники и посмотрю, как его лечить. Ты уже посмотрел. Так, двемерский артефакт. Быстро Эдди говорит, что Девайтфир собирает артефакты двемеров. Да, я знаю, что это измена торговать двемерскими артефактами, но не беспокойся об этом. Я имперский мастер-шпион, помнишь? И да, это стоит целого состояния. Сейчас я пойду в магазин, мне это за это 10 золотых даже не дадут. Что ты мне рассказываешь? Но ты его заслуживаешь. Немного мелочи на расходы и как раз вовремя. Ой, да, что за быстрый Эдди? Эд Тэмон. Также быстрый Эдди, также Эдди Крыса. Непростой тип. Бывший волшебник Телвани, который перешел на сторону Империи и присоединился к гильдии магов. Ненадежная личность, но бесценный источник информации о великом доме Телвани. У него небольшой домик здесь, в Балморе. Интересно. Как там Эд Тэмон? Тэмон. Где он живет? Что, хоть поговорить с ним, не знаю. Найти его бы. Да, проблема. Дом Итана Марса. Дом Вори. Кстати, с этой Вори связан квест какой-то. Что с Скарлирой, кстати, тоже. С домом Ци тоже связан. Короче, здесь с каждым зданием связан квест, вы это знаете. Что это? Небось, его дом, этого Тэмона, где-нибудь вот в таком вот месте. То есть... Кто, кстати? Рарарин Редерис. Короче, ладно. Чё ты мне скажешь? Кая говорит, что этот Тэмон также известен как Быстрый Эдди, Эдди Крыс, и бывший таланистский колдун стал союзником Империи, тра-та-та-та-та-та-та. Дом в Балморе. А мне стоит с ним поговорить или нет? Или мне нужно именно к Девайту перейти? Или сперва к Тэмону? Сейчас проверим. Это дом Итана. О, я ж говорю. О, кстати. Здрасте. А, меня зовут Быстрый. Кто ты? А чего у тебя такое отношение-то ко мне? А если я вежливо попрошу обращаться со мной нормально? У меня корпус, я могу заразить, если ты будешь обращаться со мной плохо. Балмора, биография. Я был восходящей звездой дома Телвани до тех пор, пока Драта и Готран не прервали мою блестящую карьеру. А с ним, кстати, еще какой-то квест связан. То ли из Телвани, то ли еще откуда-то. Короче, мы еще с ним
либо встретимся. Да, что вам нужно? Что тебя либо могли бы встретиться, но уже не встретимся по той простой причине, что мы за Толвани не играли. И не будем уже никогда. Вы льстите мне своим вниманием. Это факт. Дуем, короче, к Дивайту. Что еще делать-то нам? Ты в хорошей компании. Меня это никак не радует. Так. Ну, собственно, Тельфир. И я. Эу. Где мой заклинашкин? Ари-та-та-ра. Это хорошо, что мы еще бегаем быстро. Кстати, ради любопытства, о чем я говорила вам в самом начале игры, включите сейчас, вот после этой серии, первую серию, посмотрите, с какой скоростью мы там передвигались. И сравните. Давай, задержайся, ну. Скалолаз, неудачник. И посмотрите, кстати, высоту прыжков. Сравните, короче, целиком и полностью. Вы офигеете, на самом деле. Ну что, кто? Ты, да? Я так и знала. Мерзопакостный. Так, ай, почти пришли, чварды. Все-таки упала. Так, где там вход-то был? Эх, удобно. О, ты все еще тут? Ты же должна была по делам уйти. Ох, ты здорово. Нет, ты не можешь. Так, здрасте. Ты пришел разграбить? Нет, у меня корпус. Каждый заразившийся корпусом идет в корпусариум. Это не очень приятно, но, по крайней мере, там их кормят и о них заботятся. И это все понятно. Мне нужно наверх. К папашке, к твоему. Давно мы с ним не виделись. И я думаю, ему будет интересно. Левитейшн. Где мои руки? Дивайт! Помогай мне. Ну и ну. Интересная двумерская штучка тут тебе. Что ты можешь рассказать мне о ней? В качестве подарка предложить. Подарок мне? О, как мило. И умно. Думаю, ты знаешь, что я коллекционер. А такой подарок, конечно, порадует меня. Поздравляю, у тебя есть дипломатические способности. Итак, зачем же понадобилось задобрить меня? Пришел посоветоваться с великим Дивайтом Фиром? У тебя божественная болезнь? Хочешь разграбить сокровищницу? Или поглазить на моих дочерей? У меня болезнь. Магические правила болезни корпус загадочны и непостижимы. Они гораздо более неуловимы и могущественны, чем любое традиционное волшебство или чары. Я подозреваю, что это что-то вроде проклятия или благословения бога. А может быть и то, и другое. Жертва, разумеется, не может насладиться чудесной природой корпуса. Он истощает разум и уничтожает тело. Но для волшебника это абсолютная великолепная тайна, загадка, которая стоит того, чтобы потратить всю жизнь на ее изучение. И чё? Так, болезнь корпус. Как интересно. Ты знал, что корпус делает тебя иммунным к болезни? А, ты знал, что корпус делает тебя иммунным? Ты вообще слышала пророчество Нарварина? Эшлендеры говорят, Нарварина будет невосприимчив к заразе. Я всегда думал, может, я заплачу Нарварина в корпусариум и никогда этого не узнаю. Нарварин – жирный, мерзкий монстр корпуса и сумасшедший, как болотная крыса. Разве не смешно? Объясни, что вы можете выполнить пророчество Нарварина. Ты рассказал захватывающую историю. Итак, ты, возможно, Нарварин. Это ничего не значит, конечно. Бред у жертв корпуса бывает удивительно разнообразным. Но дай-ка подумать. У меня есть снадобье. В теории оно должно лечить корпус. Однако оно не работает. Может убить тебя. Убило все мои лабораторные образцы. Но тебе нечего терять. Перед тем, как я тебе его дам, советую зайти в корпусариум. Узнаешь, что впереди, если не принять снадобье. И раз уж ты пойдешь туда, я хочу получить пару сапог от одной из жертв. Называет себя Ягрум Багарн.
мой старейший пациент. Умелый парень, чинил мне кое-что. Принеси сапоги и получишь снадобье. Вам эта земля подходит. Да ты что? Мы приветствуем вас. За сапогами. Может, еще за трусами в магазин тебе сходить? Там, не знаю, за портянками, ножки тебе... Ножки, господи. Носки тебе заштопать. Я на Раварина, мне говорят, сходи за сапогами. Так, где там этот корпус-то? Дети-ка, сипите. Здрасте. Я Вистакай, смотритель Карпусариума. Я здесь, чтобы предупредить тебя. Не причиняй вреда заключенным, мы знаем, спасибо. Я предлагаю включить невидимость, чтобы на нас не огрелись. Я знаю, что это хамелеон. Но, блин, ну это же невидимость. В нашем случае. Амулет вообще читерский, до безобразия. Красавчик. Ужас на самом деле. Хе-хей! Багарн, ты пришел сюда за двумя мирскими ботинками? Передай моему милостивому смотрителю, что я сделал все, что было в моих силах. Только маг-искусник из двумеров способен сделать подобное. Но только идиоты могли создать подобные ботинки. Горе моему народу, если нас будут судить по произведениям таких вот полоумных растяп. Ну давай ботинки. Лорд Фир получил эти зачарованные двумерские ботинки от вора неудачника. И учитывая то, что они сделаны, то, как они сделаны, нет ничего удивительного в том, что бедный парень плохо кончил. Но я сделал все, сделать ничего не могу. Чары искажены. Проще сделать все сначала. Если бы такую пару сапог кто-нибудь мог стачать в наши дни. Но я больше ничего... Ну, стачать, видимо, сделать. Господи, это слово древнее такое... Но я больше ничего сделать не могу. Отнеси их лорду Фиру и передай мои извинения. Какие у тебя там теории интересные? Милостивый смотритель, двумерские ботинки, раса, та-та-та. Я был мастером-ремесленником. Расу. Жалкое существование. После исчезновения гномов я один в этом мире, пойманный в эту мрачную темницу. Я с трудом могу двигаться, а товарищи по заточению вряд ли могут... именоваться хорошей компанией. Риск заразиться корпусом отпугивает многих посетителей, но если ты встретишься с подготовленными умами, незапуганными ужасами Карпусариума, ты можешь упомянуть свой недавний разговор с последним живущим гномом. Вот так я себя и веду. Я не знаю точно, действительно ли я последний. В своих путешествиях тысячи лет назад я так и не нашел еще одного. А с тех пор, как я здесь, я часто спрашиваю лорда Фира, но он говорит, что он никогда не слышал даже отголоска сплетен об еще одном двемере, ни здесь, на Тамриэле, ни на одном из внешних царств. Вообще жуткий, конечно, чел. Ты мне что скажешь, Инти? Слушай, я за рабата могу и в лоб дать. Ничего нового. О, монетки. Так, ну хорошо. Возвращаемся. Тапки. Что там за тапки-то такие? Ну что, левитация на 10 секунд. А, ну видимо летал где-то и слишком короткий срок левитейшена, да? И свалился где-нибудь. Что-то не туда пошла. Дверку закрываем. Вообще, его не волнует то, что я к нему такая с корпусом пришла? Типа, хе-хей, чувак. Ничего, что я с корпусом. У тебя тут ковры топчу. Ой, видимо, нет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну что, девайт? Да вот твои тапки-то, господи. Сначала ботинки, пожалуйста, а теперь я дам тебе зелье на следующих условиях. Ты должен выпить его здесь, у меня на глазах. Оно подействует моментально, и мне нужно будет тебя тщательно смотреть. Договорились?
Да, давай. Хорошо, открой рот и закрой глаза. Хорошо, теперь глотай. Боги, о боги, смотри, смотри, оно действует. Поразительно. Да я посмотрю на твою кожу, твои глаза, твой язык. Изумительно. Думаю, сработало. Ни одного признака болезни. Конечно же, ты все еще болен корпусом, как я и предполагала, но все симптомы исчезли. Непостижимо. Пойду испытаю его на некоторых безнадежных заключенных, но до этого я отвечу на все твои вопросы. Видишь, никаких симптомов. Удивительно, я слегка удивлен. Так, а какие у меня еще есть вопросы? Нет больше никаких вопросов. Это все старое, мы уже это спрашивали. Нет, все есть. Впечатляет. Вам идет эта одежда. Ну еще бы. Так, Девайтфир получил от меня 2 мирские ботинки и Ягрома Багарна, и он дал мне зелье. Этот эликсир не излечил меня, но он снял все явные признаки болезни Девайтфира. Сказал, что и не хотел лечить меня, Девайтфир сказал мне. Он хотел убрать вредные признаки болезни, сохраняя ее преимущества. Получилось. Теперь Девайтфир будет использовать эликсир в Корпусариуме, но мне надо скорее возвращаться к мастеру-шпиону и искать утраченные пророчества. Вот таким вот образом. Иммунитет к муравым, к обычным болезням и иммунитет к корпусу. Шикарно вообще! Все, зелье излечения мне болезни больше не нужны. Удаляем. Обычную муравую. Подожди, нет. Это касание. А, я вообще зря купила. Дур какая. Что-то как-то не обратила внимания на то, что это касание. Я предлагаю немножечко поспать. Мы столько пережили. В общем, поспать и, соответственно, закончить здесь серию на этом замечательном моменте. Поспать подольше. Бухнуть по этому поводу. Вообще отметить то, что мы исцелились от корпуса. Вот так вот, без особых напрягов. Принеси ботинки и долой корпус. В общем, вот такие вот дела у нас. Надеюсь, вам понравилась данная серия. А в следующей серии пойдем обратно к Каю Касадосу, доложим ему. Он нас наверняка отправит в Вивек, к Мехримилу. И заодно мы там, раз уж мы будем в Вивеке, зайдем в темницы Хлаалу и высвободим там бабищу для Перициуса, Мерициуса, перчика-мерчика нашего. И, в общем-то, совсем нам хорошо будет, потому что мы еще и с крепостью будем разбираться попутно. В общем, дел не в проворот. Вообще кошмар. Как и всегда, впрочем. Кузя уже к этому привык. У него уже взгляд такой пофигистический, что корпус, ну ок, пойду тапки принесу, мне исцелят. В общем, если эта серия вам понравилась, обязательно ставьте пальцы вверх. Это очень сильно помогает, мотивирует. И вообще, оставляйте комментарии, если вам есть что сказать. Оставляйте мнение по поводу данной серии, не знаю. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующей серии. С вами была Севен, Кузя, Моровинт. Всем удачи и пока-пока.